Предпринимателей будут проверять по-новому. Налоговые проверки теперь подразделяются на выборочные и внеплановые. Выборочные будут назначаться с применением новой системы управления рисками. Это комплекс мероприятий, который помогает выяснить, сможет ли бизнесмен оплатить налоги или нет. Для этого разработаны специальные критерии. Как рассказали сегодня в Комитете госдоходов Министерства финансов, такие проверки будут проводиться только в отношении недобросовестных налогоплательщиков. Выборочные проверки начнутся к концу года. Выборочные налоговые проверки, они не начнутся так внезапно. То есть какой-то час X не наступит, и к людям не придут, вот, здравствуйте, у вас выборочная налоговая проверка. То есть сохраняется тот самый порядок, что за 30 рабочих дней, календарных дней будет вручено извещение или направлено извещение о выборочной налоговой проверке.